пойду на завтрак с мужчиной, и это не мой муж. Так, я подхожу уже к месту события, и это новый ресторан, он еще не открылся, это ресторан «Бабушка». Во время экспо, она была здесь, в Дубае, в выставочном зале, который назывался «Конкрит». Да-да, и это не шуточки. Мы реально последний раз с Александром Васильевым виделись в марте 22 года. Рада вас снова видеть. Все, что имеет пузырьки, хорошо действует на душу человека. Все, что не имеет пузырьки, проявляет низменные инстинкты. Кончите этот завтрак. Почему я говорю так? Потому что за завтраком... Спасибо большое, девочки.